Планировка Севастополя в большой степени зависит от рельефа местности. У нас нет центральной улицы и центральной площади, зато у нас есть целое центральное кольцо. Три улицы и четыре площади словно ожерелье обрамляют высоту в центре города. Эту высоту так и называют «городской холм». Туда мы сейчас и отправимся. От Большой Морской резко вверх уходит мощеная брусчаткой улица, носящее имя нашего великого полководца Александра Васильевича Суворова. Раньше эта улица носила другое имя – Соборная. Почему ей дали такое название, узнаем чуть позже. На стене здания в самом начале улицы укреплена мемориальная доска в честь Суворова. Его действительно можно назвать отцом нашего города, ведь он сыграл существенную роль в подготовке присоединения Крыма к России. Еще за 5 лет до основания Севастополя под его руководством были заложены первые фортификационные укрепления у входа в бухту и в районах будущего города. В Крым были введены резервные войска, усиленные береговые пикеты. В результате турки отказались от высадки своего десанта в Крым. Суворов также считал, что Ахтиарская бухта станет самым удобным местом для базирования будущего Черноморского флота. Так все и произошло, как предвидел наш великий полководец. Улица резко повернула вверх, мы уже на холме. Это так называемый «Тихий центр». Стоящих на улицах машин много, но это свидетельство возросшего благосостояния севастопольцев, а движение транспорта особой интенсивностью не отличается. Троллейбусов, автобусов, маршруток здесь вообще нет. С конца 18 века на холме селились в основном нижние армейские и флотские чины, а также торговцы и мелкие ремесленники. Они жили в нищих ветхих мазанках или землянках. Со временем верхняя часть холма превратилась в трущобы, где можно было встретить винные лавки и кабаки. Неспокойное место. Эту область холма стали называть «хребет беззакония». Реконструировать городской холм активно начали при адмирале Лазареве. В течение 17 лет он командовал Черноморским флотом и был военным губернатором Севастополя. Перестройка холма началась по его указанию. Она опиралась на проект военного инженера Джона Уптона. Все ветхие строения на холме были снесены. Жителей переселили в другие районы города, причем всем выплатили денежную компенсацию, даже тем, кто жил здесь незаконно. Лазарев в декабре 1839 года сообщал: «Хребет беззакония от бывших на нем гнусных жилищ очищен, выровнен, обустроен террасами». Строгая планировка улиц городского холма и сегодня та же самая, разработанная еще при Лазареве. Мы уже идем вверх по холму. Застройка тут неравномерная. Есть подпорные стены, проезжая часть вымощена брусчаткой. Из склона холма словно вырастает трехэтажный особняк в стиле модерн. Табличка на нем говорит, что это памятник архитектуры. Если смотреть на это здание с разных сторон, то сразу и не догадаешься, что это один и тот же дом на самом деле. Давайте и мы рассмотрим его повнимательней. Здание называют домом Рихтера по имени его владельца, известного в дореволюционном Севастополе зубного врача. Его построили еще в 1912 году петербургские архитекторы Бург и Субботин. К счастью, Великую Отечественную войну особняк пережил, и сегодня это кусочек старого Севастополя. Декор переднего фасада напоминает украшения зданий в средневековой Европе. Говорят, что здесь зашифрована вся человеческая жизнь. Посмотрите на лица юноши и старика над окнами второго этажа. Архитекторы удачно использовали сложный рельеф местности. С тыльной стороны дом Рихтера на самом деле напоминает средневековый замок. Все внутренние дворики закрыты от посторонних. Жильцы бережно ухаживают за своим уникальным домом. Но, тем не менее, время наложило на него свои отпечатки. Центр Севастополя сейчас возрождается в своем первоначальном историческом виде. Дому Рихтера тоже обещают вернуть его молодость. А пока посмотрим, какой он сегодня. Архитектура этого здания напротив дома Рихтера напоминает нам, какие талантливые архитекторы и строители восстанавливали разрушенный Севастополь после Великой Отечественной войны.
Дом построен в 50-х годах прошлого века. Давайте просто молча полюбуемся им. Зайдем ненадолго во двор этого дома. Посмотрите, насколько интересна и изысканна отделка здания и с этой невидной с улицы стороны. На улице Суворова сохранилось довольно много зданий еще до революционной постройки. А у дома номер 27 история началась еще до Крымской войны. Его готическая архитектура сохранилась практически в первоначальном виде. Сегодня здесь располагается Следственный комитет. В первой половине 19 века в городах России открываются образовательные учреждения для девочек. Новые веяния пришли в Севастополь. В 1827 году на нынешней улице Ленина открыло свои двери девичье училище для дочерей нижних чинов морского ведомства. Девочки 10-16 лет обучались чтению, чистописанию, закону Божьему, истории и рукоделию. Количество желающих учиться быстро возрастало, и город выделил участок под строительство нового здания. В 1848 году учителя и воспитанницы перебрались в двухэтажное белокаменное здание на центральном городском холме. Изящная архитектура с элементами готического стиля сыграла важную роль в сохранности этого здания. Во времена Крымской войны англичане и французы, бомбившие город, приняли его за католический храм, поэтому сюда не был сброшен ни один снаряд. После захвата города здание облюбовали французы, разместив в нем штаб своей армии. Очевидцы вспоминали: в учебных классах стояли деревянные скамейки, на столах лежали нотные тетради и альбомы для рисования. Повсюду были разбросаны красивые вышивки. Одним словом, война пощадила этот приют. После Крымской войны в помещении училища работало отделение Севастопольской морской библиотеки. В конце 19-го – начале 20 века в доме размещался военно-морской суд. В его архивах находились материалы и вещественные доказательства по делу ноябрьского восстания 1905 года. Накануне суда из здания по решению Севастопольского комитета социал-демократической рабочей партии боевой дружиной все материалы по делу были похищены. В результате суд пришлось отложить. Наш путь лежит дальше по улице Суворова. Это не новостройки, это именно старый Севастополь, который навсегда запечатлен в наших сердцах. В доме номер 21 работает апелляционный суд. Это один из самых старых домов Севастополя. Он построен до 1831 года. Несколько лет назад его основательно перестроили, добавили целый этаж. От его подлинного исторического вида почти ничего не осталось. До Крымской войны здесь несколько лет размещалась морская библиотека. С 1867 года дом принадлежал контр-адмиралу Карпову, участнику обороны Севастополя, а после смерти – его вдове. Кстати, адмирал Карпов был последним командиром Малахова кургана. Был захоронен в могиле внутри Нижнего храма Владимирского адмиралтейского собора, усыпальницы адмиралов. После Крымской войны здесь находились Севастопольское градоначальство и квартира правителя канцелярии градоначальства. В 20 веке тут размещались различные флотские учреждения. В украинские времена передали управлению юстиции. Двухэтажное здание по адресу улица Суворова, 19, тоже одно из старейших в городе. Оно пережило две обороны города, неоднократно перестраивалось, но все же сохранило свой изначальный облик. Нечетное количество окон, минимальный декор в виде небольших карнизов над окнами второго этажа. Строение повторяет форму буквы «Г». Свое название «Дом Волохова» здание получило в честь подрядчика Волохова, который благодаря деловым качествам пользовался авторитетом у главного командира Черноморского флота адмирала Лазарева. По слухам, он был фантастически богатым человеком. Волохов строил Лазаревское адмиралтейство. Одно из укреплений на северной стороне так и называлось – «Башня Волохова». В этом доме находилась последняя квартира героя Севастопольской обороны, вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова.
Об этом сообщает мемориальная табличка на фасаде здания, установленная еще в 1905 году. С начала осады Севастополя европейскими войсками начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Корнилов перебрался в этот дом, поближе к своему штабу и телеграфу. Неподалеку находилось здание морской библиотеки, на плоской крыше которого было установлено оптическое оборудование для наблюдения за рейдом. Дом Волохова в то время был самым большим жилым домом в центральной части города. Вместе с Корниловым здесь проживали и его флаг-офицеры с адъютантами. Именно отсюда 5 октября 1854 года, в день первого бомбардирования Севастополя, прославленный флотоводец совершил свой последний выход на бастионы. На Малаховом кургане вице-адмирал получил смертельное ранение вражеским ядром. Оттуда Владимир Алексеевич был перенесен в военный госпиталь, где и скончался. Погребен Корнилов недалеко от своей последней квартиры, в склепе Владимирского адмиралтейского собора. Есть сведения, что адмирал Лазарев тоже одно время жил в этом доме. Неоднократно посещал это здание и известный хирург Николай Иванович Пирогов. Сегодня это обычный жилой дом. На противоположной стороне улицы дом номер 18. Обратите внимание на этот образец классической архитектуры, на строгие высокие колонны, четкие линии. Здание административное, оно является памятником архитектуры и градостроительства местного значения. Сейчас перед нашими глазами предстанет еще одна достопримечательность этой улицы. Правда, достопримечательность в кавычках, к сожалению. Дом номер 16 по улице Суворова. Этот двухэтажный дореволюционной постройки, уже много лет заброшенный особняк, в городе называют «домом с привидениями». О нем ходят страшные городские легенды. О комнате номер 13, которую никто не может найти, о жутких самоубийствах. Удивительно, что в 21 веке у нас в городе, к тому же в центре, есть заброшенные полуразрушенные здания. Но не война тому причиной. После войны все разрушения давным-давно восстановлены. И не привидения, из-за которых этот дом никто не хочет отремонтировать ни под жилье, ни под учреждение. Все банальней. В советские времена здесь располагался минно-торпедный отдел Черноморского флота. После распада Советского Союза и флотораздела особняк достался Украине. Непонятным образом, в 90-е годы это здание оказалось никому не нужным, так оно и стоит уже много лет пустым и заколоченным. В самом центре Севастополя находится такой таинственный с виду дом, хотя ничего тайного в его судьбе, скорее всего, нет. Забыли о нем, вот и все. Рядом с домом с привидениями еще одно памятное место. В доме номер 12 сегодня детский сад, а на стене висит мемориальная табличка, рассказывающая, что во дворе этого дома раньше находился флигель, в котором с января 1905 года жил лейтенант Петр Шмидт. Двухэтажный флигель стоял во дворе дома, на второй этаж с улицы вела деревянная лестница. Именно на эту квартиру 14 ноября 1905 года прибыли члены военной организации, предложившие Шмидту возглавить восстание на Черноморском флоте. Петр Петрович принял предложение. На следующий день на мачте крейсера «Очаков» был поднят сигнал «Командую флотом Шмидт». Восстание было жестко подавлено, его организаторы арестованы и преданы суду военного трибунала. Приговор – расстрел. Их прах покоится в могиле на кладбище коммунаров в Севастополе. Дом и флигель, к сожалению, не сохранились, но у нас в городе есть улица, носящая имя Шмидта. Петр Петрович был выходцем из семьи потомственных морских офицеров. Его дядя, брат отца, адмирал Владимир Шмидт, молодым офицером защищал Севастополь во время Крымской войны. В общей сложности на российском флоте он прослужил 67 лет. Был захоронен в Нижнем храме Владимирского адмиралтейского собора. Его племянник, лейтенант Петр Шмидт, закончил свой жизненный путь на несколько лет раньше. Дом номер 10 по улице Суворова – прекрасное белокаменное здание. Это гимназия номер 1 имени Александра Сергеевича Пушкина. Точных данных о времени постройки этого здания нет, но есть сведения, что изначально это несколько бывших доходных домов, которые соединили вместе, и с 1913 года в здании располагалось высшее начальное училище имени Ушинского,
С 1921 до 1941 года школа первой и второй ступени имени Ушинского. Во время Великой Отечественной войны здание школы было сильно разрушено. Восстановленное в 1952 году учреждение возобновило работу как трудовая политехническая средняя школа номер один, далее просто школа, потом гимназия. В 1998 году ей было присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина. Обратите внимание на декор здания. Изображение циркуля и треугольника, вписанные в венок. Кто-то видит в этом совсем не школьные принадлежности, а масонскую символику. А вот теперь вам станет понятно, почему улица Суворова раньше называлась Соборной. Здесь же был построен Владимирский собор, усыпальница адмиралов. После Октябрьской революции улица стала Пролетарской, а с 1950 года носит имя великого Александра Васильевича Суворова. Мы познакомились с некоторыми зданиями улицы, которую по праву можно считать историческим заповедником. Она и сегодня сохраняет дух старого Севастополя. В былые времена на Соборной улице находились три учебных заведения, Владимирский собор, несколько административных зданий, а остальные здания – частные жилые дома. Здесь нигде не было ни магазинов, ни мастерских. Нет тут их и сегодня. Жалко расставаться с этим уголком старого Севастополя. Давайте быстро вернемся назад и вспомним, что вы сейчас увидели. Возможно, через несколько лет улица будет выглядеть иначе, чем сегодня. Но мы запомним ее такой. Сейчас она словно на стыке времен –